Ну, как вы уже поняли, вторая часть марлезонского балета будет такая ироническая, юмористическая, сатиристическая, такая, ну... Ну, вы же помните, только светленькое сегодня потребляем, да? Скоро весело будет, уже настал вчера. Евгения Николаевича нет. Цыганочка с уходом растягивалась с его исполнением, ну, прямо в номер. А здесь, знаете, я просто могу вспомнить, что эта песня была написана, когда бардов пригласили выступить в Сбербанке. Бардов и так не очень балуют, а тут Сбербанк. Нет никого из Сбербанка, кстати, да? Случайно. Из Лукойла тоже нет? Газпром? Нет, да. И заплакал. Мы пришли в Зевра. Я впервые видел, чтобы барды ходили с двумя чехлами. В одном гитарка была, болталась, второй как бы... Для чего вы взяли? Я сказал, ну так, ну может быть, да. Вдруг душа распахнется у кого-то. Душа ни хрена не распахнула, и, значит, сидели люди с пристегнутыми наручниками, портфелями в зале. Смотрели так спектрально мимо нас, внутрь каждого. Вот. И я, значит, вышел, у меня там слова такие, подарил бы мне Сбербанк пачки 3 валюты, я сделал паузу качаловскую, в общем, хат отдыхает. Я стоял на сцене, а сцена еще такая наклонная была, и так еле стоял, ну. Не. Но с одним человеком была истерика, когда я спел, подарил бы мне Газпром акции 2%, он просто поник и стал кричать, там слезы, пот, хлопья. Потом мне объяснили, что 2% акций Сбербанка – это много. Мне сумму не назвать. Скорее, это ну хватит. А подарил бы мне Газпром акции 0,000%. Видите, я нивелирую, я расту. Я бы деньги сразу в дом, до рубля, до цента. Подарил бы Рослеспром, ай, кубометров 200. Я бы брём тоже в дом, все целей на месте. А подарил бы мне Сбербанк пачки 3 валюты. Закурил бы я табак, сделала пальцы гнуты, и толкнул бы газ и лес, поменял валюту, и купил бы у небес лишнюю минуту. А то еще пяток, да и прошло бы не настя, там, глядишь, еще чуток, и настало б счастье. Ой-ой-ой-ой, счастье-то хочется, несмотря ни на что. Да вот в народе говорят, так мало не бывает, что за деньги всем подряд время начисляют. Не мобильный телефон, человек, однако, срок закончен, а выйди вон, а нет, живи, не квака. Живи, милая, ай, ну и ладно, ну и пусть, живы, значит, живы, так зальем тоску и грусть водочкой и пивом. Да, ребята, я такой, мне не надо лишку. Что-то разорался, что-то. А подарил бы мне Лукойл нефтяную вышку, а вот тогда уж не зевай, а живи красиво. Стоп. Ребята, наливай водочки и пиво. Ну вы же понимаете, вот молодежь пошла не та, вот понимаю, вот это ж мы раньше, ну да, пиво без водки, водки без пива, деньги на ветер, все это. Умели ж гулять люди. Сейчас что-то мохито засосали и все. Ну, не надо про мохито. Не, ну я не говорю о количестве.
количество всегда переходит в качество, даже с мохито. Но диаметр трубочки я бы расширял. Постепенно, постепенно. Ну и да, до горлышка. Хотя бы. До луковой вышки. О! Фух! Я аплодирую.